Добрый день. Вышло очередное обновление 7.1.1. В нем добавлена работа индикатора с переменными типа int32 знаковыми. То есть это целочисленные знаковые переменные 32-разрядные. Сейчас в качестве примера я вот взял индикатор и два задатчика обычных. И обмениваюсь я сейчас, так как у меня нет контроллера, который работает с int32, я просто задаю, сделал такой проект простой, сейчас покажу, на PR200, где одну переменную передаю в другую и вторую во вторую. То есть регистр один, это адреса, я сейчас скажу какие. Это у меня 512 регистр, сейчас секундочку, вот они. 512 регистр и 513 регистр. 1 и 2 их обозвал, эти регистры. Вот я их просто пишу сам в себя. То есть, вернее как, с каскады я записываю в PR-ку и тут же ее считываю. Записываю и считываю. Вот таким вот образом. Просто я беру как бы int произвольно, потому что у меня нет int32. Задаю какие-то числа и контролирую, что у меня, как будет меняться числа. Ну вот, например, вот это индикатор. То есть я задал, смотрите, какое число. Я читаю прям с устройства. Начальный адрес 512. Ясно, что там лежит. Он будет читать по два регистра. 513 регистр еще прочитает автоматически. То есть int32 читает два регистра последовательно друг за дружкой. И вот мы берем и по очереди заносим. 512 и 513. У нас другой возможности проверить нет. То есть берем, задаем какие-то числа. Ну, допустим, смотрите, зададим единицу. Здесь зададим 0. Мы увидим. Ой, не задался 0. Секундочку. 0. Задать. Так, связь прервалась у нас. Ошибка в соединении. Так, секундочку. Вот она соединилась. Просто здесь я задел немножко. Вот 65536. То есть она оказалась... Это младший бит старшего регистра. 65536. Правильно. И вот... Таким вот образом мы видим, что у нас в зависимости от величины у нас как бы рамка остается прежней. Но если рамка, вот допустим, давайте так зададим, смотрите, 0, а в этом бите, да, ох, опять не задал я, единичка задать, а здесь 0 задать, чтобы не задается, но не важно. Мы вот видим единичка, видите, она как по центру делается. И в зависимости от... количество, ну, значение числа какое-нибудь длинное, будет короткое, мы будем видеть числа большие, вот такие вот. Вот сколько тут у нас? Тысячи, миллионы, это единицы, 1805 миллионов, 809 миллионов. Маловатенько, давайте добавим туда еще, чтобы получить миллиарды. То есть, короче, я хочу сказать, что сейчас индикатор позволяет отображать, он всегда отображает... максимально 10 десятичных разрядов. 10 десятичных разрядов. И со знаком. Плюс знак. Вот такое нововведение по просьбе постоянных пользователей было сделано. И еще хотел бы с вами посоветоваться с пользователями, пользуясь случаем. Мы сейчас выкладываем обновление после того, как появляются какие-то новшества или исправляем какие-то ошибки, мы сразу же выкладываем обновление. Так вот, как бы существует два подхода. Хотелось бы услышать от вас мнение, какой вам больше нравится. То есть это выкладывать сразу обновление. Ну так, видите, получается у нас как бы они неравномерно идут. Когда-то часто, когда-то не очень. Но сразу же, как мы это делаем. И второй вариант выкладывать, скажем, там регулярно, там раз в месяц, раз в квартал, чтобы вас не беспокоить обновлениями. Ну, если так это можно выразиться. Поэтому, как скажете, так и будем делать. Нам это все равно. Ну, для себя мы устанавливаем сразу же обновление. Потому что хочется использовать все возможности. А как вам? Ну, напишите. Так и будем делать. И если будет мало комментариев, значит, составляем все по-прежнему. Будем укладывать по мере внесения изменений. На этом все. Спасибо. Удачи.